Всем привет! В общем, смотрите, что я буду кушать. Я буду кушать сейчас вот такой вот Сникерс Супер. Сникерс, вот такой вот Сникерс. И буду запивать это все чайком. Вот тут у меня, сейчас покажу. Вот тут у меня чаек налит. Чаек. Вот. В общем, друзья, сейчас будем с вами кушать вот такой вот Сникерс Супер. Такой Сникерс Супер. Супер Сникерс. Супер Сникерс. Супер Сникерс. Сникерс АСМР. 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 АСМР Сникерс. В общем, давайте откроем, друзья. Очень вкусно. И хорошо вот именно шоколадку запивать чайку. Потому что снекер сладкий, а чаем запиваешь, и как бы получается довольно-таки вкусненько, приятненько, ароматненько. Сейчас вышел на улицу, у нас такой мороз вообще. Очень холодно.
сейчас вторую половинку сникерса возьмем, да? Вот такого сникерса. Открываем, открываем. Медленно, медленно открываем. Открываем. Что у нас тут? Оп. Вторая половинка сникерса. А тут уже пустая упаковочка. Вкусный чаёк. И сникерс тоже обалденно вкусный. По пятибалльной шкале на пятерочку с плюсом. Вообще очень вкусненький. Но я вообще обожаю сникерс. Ну все, друзья, скушал я сникерс. По пятибалльной шкале получаю пятерочку с плюсом. Очень вкусный. С чаем вообще отлично. Ну и вот и с чайком хорошо. И, наверное, с кофейком тоже неплохо. Но я выбрал чай. Вот. Сникерс с чаем. Очень тема такая офигенная. Очень вкусная. Ладно, друзья,
Спасибо вам огромное за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Ну и хочу вам пожелать счастья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. И пусть все ваши мечты сбываются. И пусть все у вас будет хорошо. Все, друзья, всем счастливо, всем пока. И до новых встреч, увидимся. Всем пока, друзья.